что-то нет. Уже полчаса жду. Эх, придется одной отправляться. Раз, два, три, четыре, пять. Я в Загадкино опять. Добрый вечер, бабушка Федора. Здравствуй, Шонечка. Ой, а что это вы делаете? Для тебя бусы. Вот спасибо. А из чего они? Покажите, пожалуйста. А вот и не покажу. Отгадаешь мои загадочки, тогда и... Бабушка Федора, да я согласна ваши загадки целый год отгадывать. Целый год. А зачем ж так долго-то? Ну ладно, слушай первую загадку. Погодите. Чего? Немножечко погодите, бабушка Федора. Жаль, зубка нет. Он бы мне помог отгадывать. О, а я-то смотрю, что это ты одна ко мне пожаловала. Да он тоже собирался. А почему-то не пришел. А сейчас мы все узнаем. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что он делает. Да, и куда эта Шуня подевалась? Непонятно. Зубок! Зубок! Голос Шуни. Зубок, мы с тобой собирались к бабушке Федоре в гости, а ты не пришел. Ты что, забыл? О, Шунечка! Да ты сейчас у бабушки Федоры? Да, у нее в гостях, да. Да мы с Енотичем ходили на родник. Я про все и забыл. А пришел, тебя уже нет. Давай срочно в Загадкино. Мне нужна твоя помощь. А, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Я в Загадкино опять. Всем добрый вечер. Здравствуй, здравствуй, Зубок. Зубок, бабушка Федора сделала мне бусы. А подарит, если я загадки отгадаю. Поможешь? Ну, постараюсь. Вот, старайся. А первая загадочка такая. Шапка есть, а головы нет. Что это? О, какая простая загадка. Это гриб. У него шапка на ножке, а головы нет. Вот. Ну, у гриба, Шунечка, на ножке не шапка, а шляпка. Верно, Зубок. Бабушка Федора, а какие это шапки? Зимние? Или осенние? Осенние. О. Вот послушайте. Угу. Зреют на ветках детки в беретках. Ой, я думала, загадка простая, а оказывается, она трудная. Да еще какая трудная. Угу. Поэтому без подсказки не обойтись. Да. А бабушка Федора всегда вам подскажет. Слушайте, угу. У отца миллион сыновей. Каждому он мисочку дал, а себе не взял. Ой. То шапки, то беретки, то миски. У меня голова закружилась. Хоровод какой-то выходит. Хоровод? Да не придумывайте вы ничего, касатики. Ну вот потому что это все одно и то же. Бабушка Федора, а можно еще это подсказочку? Да, скажите, бабушка Федора, на кого похож этот отец? Его портрет такой. Крона кудрявая, сучья корявые. Крона, сучья... Значит, это дерево? Ой, ну что ж вы прослушали-то? Зреют на ветках детки в беретках. Ой, да, прослушали. Так, ну что ж. О, ну вот вам еще одна загадочка про дерево. Я из крошки бочки вылез, корешки пустил и вырос. Ой, думайте. Да это же дуб! Он дуб! Молодцы, он самый-самый. А вот что за крошка-бочка-то, касатики? Да это же... Да я про этот бочонок тоже знаю загадку, Шунечка. Вот послушайте. Давай. Так. В золотой клубочек спрятался дубочек. Ну, и что же это? Это желудь. Ну, наконец-то. А из чего я сделала бусты, Шунечки? Вы про бусты не забыли? Нет, да не забыли. Они из желудей. А вот и нет. Как нет? А из чего ж тогда? Тогда из шапочек желудей. Точно, Шунечка, точно. Вот они, так. И мисочки, и беретки. Вот, Шунечка, носи на здоровье. Ой, как красиво. Очень красиво.
А я так рада, что тебе угодила. Спасибо, бабушка Федора. Спасибо. А вы, детки, почаще ходите в лес. Там на ветках, ой, много чего интересного растет. Только нужна фантазия, чтобы разглядеть. Ой, касатики, а время-то как быстро пролетело. Пора с ребятами прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи в деревне Загадкино. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.